В продолжение темы. Сегодня глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков поставил задачу перед всеми городскими службами – не допустить аварийных и чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка. С начала марта в столице тоже начали готовиться к паводку. При наступлении соответствующих погодных условий будет организовано круглосуточное дежурство бригад и спецтехники, АОДОРС, гидросфера, инженерная защита. Произведена очистка от снега и льда дождеприемных колодцев, водоотводных лотков на подходах ко всем мостам, путепроводам и на всех дорогах. Особенно тщательно в этот период контролируют состояние крыши подвала в жилых домах, чтобы не допускать подтопления и схода снега. Особенно глава администрации обратил внимание на состояние городских дорог. Уже сейчас на дорожном полотне видны ямы и пробоины, заполненные талой водой. Подрядчики в короткий срок должны устранить видимые повреждения. Для сохранности дорог столицы в Чебоксарах с 20 марта по 18 апреля вводятся временные ограничения движения транспортных средств общей массой более 5 тонн. Кроме 5 круглосуточных стационарных пунктов весовой контроля на Канашском, Марпасадском, Ядринском, Алаторском и Вурнарском шоссе будут работать и 2 передвижных комплекса. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика.